Петрограда, 60 летия Победы. В эти предпраздничные дни школьники нашей третьей школы встречаются с ветеранами Великой Отечественной войны. Сегодня у нас в гостях Сачёв Григорий Васильевич, и мы предоставляем ему слово. Пожалуйста, Григорий Васильевич. Мне приятно перезагрузить, вот почему. Потому что за последние годы и раньше очень много такого налезов на Великую Отечественную школу не узнать ее. То ли это вам махач, так далее, что-то. И выступали кто? Поэтому те, кто не был на фронте. Вот я вот там и занимался. Я мог привести пример, только, может быть, неудобно мне пересмелый. Человек, который не был на фронте, но человек ветеранов нашего ранга, участников Курской битвы. Я вот я на Курской битве не был, и под Калиградом не был, как ни крем не был. Я публично всякую, тоже хотел. Выступает один товарищ, старший меня уже. Я его не знал ни до войны, ни во него, ни мы не увидели. А после на меня для нас все это все в Библии. Ну, мы потом бы знакомы, да, он же трудно все течет. Ну, хорошо, для меня тоже. Мы все были начальнику штаба батальона на Курской битве, и там написали потом целую полосу. Начальник штаба батальона. Фотография, как члены полицейского показали там статьи в этой газете. Он на фронте не был. Он не только себя позволил, он позволил своих старых детей и внуков, и правнуков, если это пошло. Зачем степень разводить? Вот недавно, я неоднократно выступал наш президент. Надо войну преподносить так, как она была. Не надо приукрашивать. Не надо и кого-то унижать, кого-то оскорблять и прочее. Мы все воевали, все национальности нашего Советского Союза бывшего. И не за всех отцов. Это первое. И второе. Я прошел войну, но если выдачи там одно место, 4 года на фронте, причем на передней крае. Не удивляйтесь. Мне вся 91 год пошел. Вот будет думать, что вот, видимо, я не болел, ничего, и прочее, все это неправда. После войны я не буду говорить, что там детский болезнь не болел, хотя это тоже имеет отношение. А во время войны я много раз переохлаждал. И кто в культуре спасения, наверное, понимает. Я говорю, как вы думаете? Ну, мне пришлось воевать на севере, поскольку по Ленинграду, потом на севере, вот как туда, в Карелию, на Ладожском озере. На болоте. Целый год пришлось ходить на болоте, когда меня туда убрали, уже на Сибирское озеро послали в училище. Меня туда же предлагали в училище, я отказался. Я не думаю служить в армии, честно скажу. Почему? Потому что с детства было все, как он физически, слабо. Хотя я уже на это время немножко отряд. Я уже все, как говорят, все требования, все упражнения исполнял. И до войны были такие значки для того, готов к прямой обороне. Я получил это, причем сдал, конечно, все нормы. Там зимние, летние, плавание, я и преодоление полосу, и все. Не будем достать. Я получил сразу значок ворошиловский стрелок. При стали патрона, при поле десятки. Ну, больше мне не давали все. Когда в армию призвали в 40-м году, пришел мне извините. На груди что-то было. Даже не то, что там рядовые, даже офицеры здесь. Ворошиловский стрелок. Посмотрим, как на Челябинске. И посмотрим. Так, посмотрели, не похотели. И тут скорость представили, и нам на полевой пришли. Ну, все говорят, кто первый выходил. Ну, решили там, правда, без школы выбрала, и без очками не помню. Ну, сразу.
вот я вам дам заказ. Это прописи. Я говорю, что я помешаю. И что в остальном занимается. Приходит, вот так вот. Начальник встречает, говорит, пойдешь, как начальник подтверждает дому вместе с устиком. Разве не меня это не самое? Она мне то, что думает, как же так? На переднем крае вот уцелел. Немного, конечно, уцелел. Очень много погибло. Но если привести цифры, те, которые опубликованы, 28 миллионов мостиком, те, которые остались на полете, это очень большие дети. И то это не все. Учет был так. Как вечер, то день кончается вечером, после 18 часов, идет снизу дальше информации. К примеру, взводы не взводы телел. Доклады в рот, не взводы телел, рота, а то бывает ничего не уцелеет. Батальон тоже там такая штука, транспортную просто взяли. Полк собирает данные, придете и видите, а корпус, корпус, ладно, а я где в шкаф. Ну, просто фронт, а что раненый отправлен в госпиталь или, ну, повезли его, или сам пошел по ранению. Дошел он до, хотел до медсанбата, или нет. Или до госпиталя попал или нет, то, что он это уже не читал. И не правильно принял. Кроме того, кто-то кого-то выпустил уже из госпиталя. Ну, вот подпишите. Но уже даем действие не готов отправить домой. Кто доехал домой, кто не доехал. Кто пришел домой, прожил там, кто год, кто неделю, кто три дня. Умер, это не считается, это уже последствия были, правильно, или нет. Так вот, если к этим 28 миллионов прибавить еще 2 миллиона 300 с чем-то тысяч, которые в прошлом году назвал президент, считаете до сих пор бред, если пропали. Ну, давайте вы запрессовайте, это больше 30 миллионов, правда? А первый заместитель главнокомандующего Жуков, Юрий Константинович, в своих книгах, воспоминаниях, пишет, что самый тяжелый подойдет в первом направлении. И вот, в этот период, ну, вот это все время было, во-вторых, переломно напали, из объявления, все отдыхали, все знали, что. И все, кто был в приграничной зоне, они знали, где они расформировались, и сразу элементным огнем накрыли толпу. И они больше всего погибли. И в этот период оказалось более 4 миллионов человек в плену в концлагерях. А кто туда вышел другой? Это должен считать сюда, плюс. Посчитайте, пожалуйста, я говорю, считайте, это больше 34 миллиона, так ведь? Ну, я не буду дальше говорить про убыль, а те, которые искалечены. Ну, я был в Баге ранен, я хотите, что хожу. Вот. А те, которые остались без рук, без ног, вы меня извините, мне просто самому до сих пор не могу у себя, когда шутлю четверг, после победы. И я работал в Минске. Управление патрульского транспорта. Я поехал к старшим от управления, ну, приказали всем организаторам, хоть делегацию еще послать в гости ветеранам Великой Отечественной, ну, на ресурс. А под Минском построили новый гостиниц на Тетарбе. Вот. Здесь это же, ну, знакомиться не знаю. Я думаю, больше десятка было подъездов. Я понимаю, что это может поместить людей. Мы приехали, там были уже люди, которые сидели, кому туда пойти. Нам сказали, что 6-й подъезд на 2-й этаж. Поднялись на 2-й этаж, нам говорят, сколько? 36 человек расстреливали. Сколько? Так, вот 7 человек, как раз это Крылов и Рахмач. Я так зашел в первую палатку, я выслушал. Что я люблю?
сами не приговоры, как с ним подкрыли. Это святые слезы ветерана, который прошел всю войну и увидел ту страшную, те страшные обрубки человеческого тела, которые... Ой, я не знаю, это все 35% граждан. Они не просто не сняты с головами. Для чего мы живем? Для чего мы нас сохраняемся? Мы изгои, а мы пришли так рассматривать. Мы опять все дороги. Но ничего было сделать нельзя. Вот такая страшная была война. Ребята, может, у вас есть вопросы Григорию Васильевичу, пожалуйста, что бы вы хотели? Спросите у Григория Васильевича. Пожалуйста, что бы вы хотели? Давайте, чтобы не напряжённо было. Да, уходите, пожалуйста.